Новости в эфире. В студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Минуты молчания почтили память погибших во время пожара в области Абай члены Кабмина перед началом заседания правительства. Тушение огня сейчас продолжается в трех направлениях. Задействовали около 1800 пожарных, 345 единиц спецтехники, 15 вертолетов. Эвакуировали жителей сел Булах, Талица и Половинки. Сейчас они находятся в пунктах размещения в Семее и в селе Бородулиха. По словам акима региона Нурлана Уранхаева, сгорело 3 дома и 2 единицы техники. Отправившиеся угарным газом лесничие идут на поправку. Одного из них уже отпустили домой, второй переведен в общую палату. Между тем, поиски тракториста Архипова продолжаются. Премьер-министр Ильхан Смаилов поручил принять меры по оснащению нацпарков и лесных хозяйств страны системами раннего обнаружения и мониторинга пожаров, а также пересмотреть алгоритм реагирования госорганов на природные пожары. Необходимо прилагать все усилия для тушения природных пожаров на ранней стадии. Максимально оперативно направлять силы и средства, чтобы не допускать распространения огня на большие территории. Очень важна правильность принимаемых шагов в первые часы, в первый день степного или лесного пожара. Здесь лучше переоценить ситуацию и бросить все силы, чем недооценить ее. Семьям погибших в результате лесного пожара в области Абай выплатят по 7 миллионов тенге, еще по 2 миллиона на каждого ребенка. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве. По поручению президента семьям погибших окажут всестороннюю поддержку. Это и пособие по потере кормильца, единовременная соцвыплата, обеспечение жильем уже с мебелью и средства на погребение. Также определяются задолженности погибших лиц и членов их семей для списания кредитов. Для нас, если пакет документов пришел, мы буквально сразу готовы выплатить, потому что у нас есть свой резерв на ЧП ЧС, предусмотренный и утвержденный попечительским советом порядка 10 миллиардов тенге, который как неприкосновенный запас. В таких ситуациях мы сразу его используем. Поэтому у нас мы готовы, как только прибудут документы, сразу же выйти на благополучателей и оказать им помощь. Вместе с тем, больше 40 казахстанских вузов предоставят свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на бесплатное обучение. Действия бывшего руководства Министерства по ЧС проверят в Генпрокуратуре из-за масштабного пожара в области Абай. Об этом сообщил министр внутренних дел в кулуарах правительства. Марат Ахмеджанов, отвечая на вопрос журналистов, будет ли привлечен экс-министр по ЧС Юрий Ильин к ответственности, подчеркнул, что проведут соответствующие проверки. Он отметил, сейчас ведется расследование сразу по нескольким версиям. Основные из них – халатность, поджог и удар молнии. Есть же установлены законом сроки расследования, сразу расследование дается на 2 месяца. В ходе расследования будут проведены все следственные оперативные мероприятия. Еще раз, вы, наверное, не слышали, просто я хотел бы сказать, для объективности, для целостности создана следственная оперативная группа под руководством специальных прокуроров. И наши сотрудники сегодня входят в эту группу. Президентом дано поручение генеральному прокурору, ну, в рамках, наверное, поручения будут проведены соответствующие проверочные мероприятия. 88 миллиардов тенге не освоено из республиканского бюджета. По информации Минфина, администраторы программ затянули конкурсные процедуры, не своевременно предоставили акты выполненных работ. Исполнение бюджета за 5 месяцев года рассмотрели на заседании правительства. Глава Кабмина обозначил необходимость усилить финансовую дисциплину. Нужно обеспечить строгое соблюдение бюджетных параметров, подчеркнул Алихан Смаилов. В целом, с начала года экономика страны выросла на 4,5%, в основном за счет обрабатывающей промышленности. 40% валовой продукции отечественного агропромышленного комплекса приходится на животноводство. По информации министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, с увеличением поголовья скота растут его качественные показатели. К примеру, за последние 10 лет с 6 до 22 тысяч выросло количество племенных хозяйств в стране, а экспорт мяса вырос в 2,5 раза. Собственные успехи в отрасли позволяют постепенно снижать зависимость от импорта, считает глава Кабмина. К тому же, значительно меньше в сторону стали
завозить молоко и мясо птицы. Тем временем Казахстан все еще не восстановил статус страны, свободной от ящера, что служит барьером для экспорта продукции. Трагедия в области Абай, унесшая жизни 14 казахстанцев, показала наличие уязвимых мест в системе госуправления. Об этом заявил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Санат Кушкумбаев. По его словам, сама система принятия решений очень консервативна и неповоротлива. Вся эта цепочка связи между центрами и регионами, она несовершенна. Поэтому приходится и в экономике, и во внутренней политике иногда использовать этот метод ручного управления. Но он не может быть панацеей. Понятно, что необходимы системные меры. То есть, чтобы избежать абсолютно системного кризиса в будущем, необходимо сейчас уже извлечь уроки из тех процессов, которые происходят сейчас. Напомню, в этом году КИСИ отмечает 30-летний юбилей. В компетенции института, в том числе и аналитическое сопровождение работы президента. Алматинца оштрафовали за незаконный обмен криптовалюты. Предприниматель через свой интернет-ресурс покупал и продавал цифровые активы без регистрации и лицензии. По данным агентства по финмониторингу, речь идет об обороте в 310 миллионов тенге с чистой прибылью за два года, почти 95 миллионов. Незаконный бизнес пресечен, а его руководитель по решению суда оштрафован. Модернизация сел по программе «Аул Ельбесыг» в Западно-Казахстанской области в этом году реализует 48 проектов по благоустройству на общую сумму 10 миллиардов тенге. В Бурлинском районе уже началось строительство автодорог и обновление электросетей. Как преображаются населенные пункты региона, подробнее в следующем материале. Поселок Бумаколь находится в 35 километрах от города Аксая. В населенном пункте, где проживает около 1000 человек, никогда не было асфальта, говорят сельчане. По инициативе двух уроженцев поселка была подготовлена проектно-сметная документация для участия в программе «АОЛ ЕЛЬБЕСЭГ». Таким образом, процесс финансирования был ускорен. Было выделено 425 миллионов тенге. Месяц назад здесь начались строительные работы. Мы очень рады, что наконец-то дождались улучшения структуры поселка. Начали асфальт укладывать, тротуар по поселку, а то ходили в сапогах, месили грязь, детей таскать, внуку таскать, детсад по грязи, очень тяжело было. Ну, теперь, думаю, благодать, дай Бог, чтобы наш поселок процветал. Согласно проекту, здесь заасфальтируют 5 улиц, а это 4,5 километров автодорог. Также предусмотрено строительство тротуаров. В данный момент растительный слой грунта сняли. Вместе это глинистая почва, грунт положили, сейчас укатали, полностью готово. Теперь осталось у нас ПГС, 25% цемента и раствор АЭНТа, называется это стабилизация грунта. После стабилизации грунта мы будем ложить тут 6 сантиметров мелкозернистый слой асфальта. На сегодня в области насчитывается более 400 населенных пунктов. По программе «АОЛ ЕЛЬБЕСЭГ» в 34 из них будет реализовано 48 проектов на общую сумму 10 миллиардов тенге. Местные власти планируют провести там работы по ремонту транспортной инфраструктуры и социальных объектов. Альбина Кумаргалиева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область. И теперь к новостям в мире. Пожароопасный сезон продолжается в Китае. Буквально за последние 2 недели в стране локализовали возгорания в 2 горных лесах. При этом, благодаря техническому оснащению и подготовке специалистов, за последние 5 лет число погибших и пропавших без вести в результате природных катастроф сократилось больше, чем наполовину. Тему продолжит Батагоз Саргабаева. Леса покрывают почти четверть территории Китая, и каждый год их площадь увеличивается благодаря искусственным посадкам. Пожары вспыхивают нередко, к примеру, только за последние 2 недели. В стране локализовали 2 лесных пожара в лесных массивах. Эффективные действия, по мнению властей, связаны с улучшением технического оснащения и переподготовки кадров.
Мы укрепили национальную пожарно-спасательную группу. В прошлом она занималась в основном предотвращением и тушением пожаров. Теперь же берет на себя спасательные задачи всех видов стихийных бедствий и крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Было сформировано больше 5000 спасательных подразделений. На оснащении у них в том числе находятся беспилотные летательные аппараты, большие дренажные насосы, спасательные роботы. Из этих групп сформированы 6 региональных центров экстренной помощи. Лесные массивы патрулируются круглосуточно. Для этого используют дроны. На вооружении сотрудников находятся также инфракрасные радары для обнаружения пожаров и предупреждения молний, системы видеонаблюдения и спутниковый мониторинг опасных зон. При этом последние данные показывают, что чаще люди гибнут от возгораний в зданиях. К примеру, только в апреле в пожаре в одной из пекинских больниц погибли 29 человек. Такие происшествия чаще всего связаны с незаконной сваркой, незаконными застройками и отсутствием управления в сфере безопасности объектов. Мы предпринимаем ряд мер. В этом году проводим мероприятия по выявлению скрытых угроз возникновения пожара. Это в том числе незаконные застройки, нарушения при использовании теплоизоляционных материалов, легковоспламеняющейся отделки. Как прогнозируют метеорологи, в этом году Китай вновь столкнется с экстремальной жарой, засухами и наводнениями. Ежегодно от различных природных катаклизмов страдают 300 миллионов жителей КНР, а экономический ущерб составляет порядка 45 миллиардов долларов. Патагоз Саркабаев, Владимир Грабарь, Хабар 24 из Китая. В Германии стартовали самые масштабные в истории НАТО авиационные учения. Участие приняли сразу 25 стран Североатлантического альянса. 10 тысяч военных и 250 самолетов отработают реагирование на смоделированное нападение на одну из стран-участниц. Основной задачей является повышение оперативной совместимости беспилотников и крылатых ракет. В маневрах также принимает участие Швеция, некогда соблюдавшая нейтралитет. Сегодня государство надеется стать 32-м членом военного альянса. Mit Air Defender 2023 zeigen wir. Эти учения являются сигналом, прежде всего, сигналом для нас, для стран НАТО, но также для нашего населения, что мы способны реагировать очень быстро. Нам удалось за несколько дней подготовить 250 самолетов к развертыванию, чтобы мы могли защитить альянс в случае нападения. В Испании каждый четвертый подросток в возрасте от 11 до 15 лет стал жертвой буллинга. Век интернет-технологий принес с собой и новые способы травли детей. За последние 7 лет число случаев кибербуллинга увеличилось в 4 раза. По данным общественных фондов помощи подросткам, треть учащихся скрывает факты издевательства от родителей. Такие данные вывели Испанию в топ стран с самым высоким индексом кибертравли в Европе. Для поддержки детей правительство запустило горячую линию, по которой психологи, юристы и педагоги готовы оказать ребенку посильную помощь. Последние годы травля в интернете стала носить групповой характер. Администрации школ все видят и знают, но не вмешиваются и проявляют равнодушие в 60% случаев. Тысячи школьников не рассказывают родителям о случившемся. В этом случае нельзя оставаться в стороне. Школа и родители должны выяснить, кто стоит во главе группы, сохранить улики и обратиться в полицию. Стоит отметить, что мальчики чаще подвергаются кибербуллингу, чем девочки. Проблема кибербуллинга вызывает серьезное беспокойство и по другую сторону Атлантики. В прошлом году больше 160 тысяч подростков в США бросили школу из-за травли. С буллингом там работают на законодательном уровне. К примеру, в штате Невада ввели уголовную ответственность за устные или письменные угрозы школьникам. Специальная общественная организация «Полиция буллинга» оценивает качество соответствующих законов и занимается поддержкой жертв преследований. Десятки демонстрантов с флагами и транспарантами собрались у отеля Дональда Трампа в Майами. Толпа разделилась на два лагеря. Кто-то пришел поддержать политика и миллиардера, а кто-то, напротив, мечтает увидеть его в наручниках. Экс-президент США прибыл в Майами и уже сегодня предстанет перед судом. Напомню, пару дней назад федеральный судья обнародовал 37 пунктов обвинений по делу о незаконном хранении документов. Трамп обвинен в похищении документов с информацией о ядерном арсенале США. Американские СМИ уже называют судебный процесс историческим. Сам экс-президент заявляет о своей невиновности, а преследование называет политическим. Если его признают виновным, ему все равно, все сойдет с рук. Его не запрут.
Помните, как он сказал, что может расстрелять женщину на 5-й авеню, и ему ничего за это не будет? Даже за такие слова он не понес наказание. Довольно. Как долго это будет продолжаться? Мы должны прекратить это безумие. Это настоящий фанатизм. Если его оставить на свободе, он начнет революцию. Я здесь честно, просто для того, чтобы выразить солидарность и поддержку моему президенту. Я думаю, то, что они сделали с ним за последние 6 лет, было отвратительно. Дональд Трамп очень красноречиво заметил, что когда они преследуют его, они преследуют нас, его избирателей. Поэтому я думаю, что это наша обязанность. Он защищал нас. Он пожертвовал своей популярностью ради нашего благополучия. В Нью-Йорке запустили первый торговый автомат общественного здравоохранения. Он выдает наборы лекарств и средств личной гигиены. Пользоваться им жители города могут абсолютно бесплатно. Для этого необходимо лишь ввести почтовый индекс своего адреса и выбрать нужный товар. В наборах содержатся специальные назальные спреи, которые используются для лечения передозировки опиоидами. В департаменте здравоохранения отмечают, такая услуга поможет горожанам в борьбе с зависимостью. Там намерены снизить смертность от передозировки наркотиков на 15% к 2025 году. Миниатюрные флейты, изготовленные из птичьих костей почти 12 тысяч лет назад, нашли на севере Израиля. Ученые предполагают, древние люди использовали их во время охоты для привлечения диких птиц. Уникальную находку археологи обнаружили в долине Хула. Местность является узким местом миграции пернатых вдоль восточно-африканской рифтовой долины между Африкой, Европой и Азией. Новость об открытии была опубликована в журнале Nature Scientific Report. Двое путешественников из Южной Кореи своим ходом добрались до Казахстана. На своем трейлере они преодолели 10 тысяч километров, проехав Россию и Монголию. Таким образом, супруги-странники познают культуру и обычаи разных народов. Колесить по миру они планируют 2 года, объехав Азию, Европу, Африку и США. Все необходимое для комфортного проживания есть в кемпере туристов. Это мини-ванная, плита, кровать, кондиционер и даже телевизор. В нашей стране путники задержатся на 2 месяца, а потом направится в Узбекистан. У международных медиа не так много информации о Казахстане, но ваша страна очень красивая, люди дружелюбные и открытые. Например, один спортсмен подарил мне книгу, она об истории Казахстана. Со своей женой я планирую установить рекорд и преодолеть на машине 250 тысяч километров и посетить более 80 стран. И к данному часу это вся информация, которую мы успели рассказать. Всего доброго!